Итак, вас можно поздравить. Впереди финишная прямая. Буквально скоро вы пересекете финишную ленточку. Для этого нам нужно разобраться, как загрузить свой кейс в виде стенда либо презентации на репозитарий Zenodo. Для этого необходимо пройти регистрацию, либо использовать существующие аккаунты, которые я вам рекомендовал, ORCID, либо GitHub. Либо вы регистрируетесь, указываете свой электронный адрес, ваше пользовательское имя, придумываете пароль и проводите регистрацию. В личном кабинете я сейчас зайду через ORCID, так удобнее. В личном кабинете вам необходимо увидеть на верхней панели загрузка. Новая загрузка. Выбираете файл в уже готовом варианте. Для удобства рекомендую вам использовать PDF-формат. Ну, вот, к примеру, такое у вас решение, которое вы хотите всем озвучить. Допустим, вы точно знаете путь к восточному побережью Америки. Оно полезно многим людям, будет востребовано, будет очень много просмотров, так как это очень актуальная информация. Надеюсь, у вас такая же. Выбираете. Затем выбираете вариант презентации, либо постера. Рекомендую выбрать презентацию. Идентификатор вам автоматически будет присвоен. Дата загрузки можете не менять. В названии мы используем предложенное наименование темы. Вы меняете только лишь название вашего объекта. Далее на английском языке вы размещаете свое имя и фамилию. Можете указать значение идентификатора ORCID, либо он автоматически вам присваивается. Аффилиацию нет необходимости добавлять, но можете добавить свою организацию, университет. В описании вы размещаете заготовленная информация у вас в уроке есть. Меняйте имя, фамилию, можете добавить отчество. Меняйте название вашего объекта. Затем выбираете вариант отображения информации у вас на русском. Он предложит вам выбрать русский. Можете добавить ключевые слова, но нет необходимости. Обязательно оставьте Open Access. Всем будет доступна данная информация, и я смогу просмотреть другие участники курса, ну и другие люди, которые на данном репозитарии ищут полезную информацию. Лицензию оставляете, данную по умолчанию. Затем вы поднимаетесь вверх страницы. Еще раз перепроверяете, все ли у вас правильно с названием, с автором, с описанием, ключевыми словами, прочими выходными данными. Обязательно открыто должно быть это для использования по ссылке. Нажимаете загрузку. Когда будет произведена загрузка, нажимаете опубликовать. Буквально несколько секунд ваша презентация появится в открытом репозитарии Zenodo, и вы сможете ее найти через общий поиск, либо через ваш уникальный идентификатор DOI, набрав его также в поиске. Но при этом рекомендую пользоваться, искать материалы по вашей тематике. Актуальная свежая информация в достаточно большом объеме находится на данном ресурсе. И обязательно у себя в профиле зайдите на подключение дополнительных аккаунтов и рекомендую вам подключить ORCID для удобства работы и для того, чтобы все загруженные материалы в Zenodo автоматически у вас уже отображались в профиле ORCID.